сейчас дает комментарий к этой встрече. Поздравляем вас с победой. Ожидали вообще такого фурора? Ну, как бы, да, понятно, что настраивались на домашнюю игру, причем всяких непростым соперником. Да он не то, чтобы для Воронежа непростой, не команда хорошая, хороший подбор футболистов. Игра, собственно говоря, поставлена. Но хорошо, что мы забили быстрый гол очень. И я думаю, это их ошарашит в какой-то мере, потому что начиная с 0-1 тяжело. И потом забили второй, и плюс удаление, которое первое по делу, я считаю, поражил Карчик. Стук по ногам слышал весь стадион, мне кажется. И, в принципе, стало полегче играть. Хотя второй тайм, там, первые минуты, там тяжело было. Но это мы немножко не разобрались просто своей. А так, в целом, я считаю, победа по делу. Вот чисто психологически чувствовалось, что это принципиальный поединок? Ну, во-первых, на стадионе очень много народу было, поэтому это чувствуется, что это принципиалка какая-то. Именно для Воронежа, для Факела и Арсенала. Вот. Ну и хорошо, что мы выиграли. Плюс мы поднялись на еще одно место выше. И это уже место призовое. Как мы у себя так в команде шутим, что у нас ноябрь очень веселый месяц в этом году, потому что мы играем сперва с третьим, вторым и первым местом подряд, что отнимет наверняка очень много сил. Вот. И будем надеяться, что мы пройдем эти игры хорошо. Плюс еще сегодня «Газовик» проиграл, насколько я знаю, «Балтике». Так, к ним чуть приблизились. Хорошо, мы тоже будем надеяться, что все у вас получится. Желаем вам удачи.